Этот месяц для начальника налоговой инспекции один из самых значимых в карьере. Елена Бода отмечена благодарностью президента Республики Беларусь за многолетнюю службу, добросовестное исполнение обязанностей и высокие показатели в профессиональной деятельности. Инспекцией по налогам и сборам по Бобруйску Елена Анатольевна руководит вот уже 3 года. Конечно, это труд не только мой, но труд всего нашего коллектива, нашей инспекции, потому что у нас действительно слаженная команда профессионалов, где каждый работает на своем месте, где эффективно решаются все задачи, которые до нас доводятся. Грамоты, благодарности и ценные подарки – это престижно, но куда более важнее преданность и уважение коллектива, который ни на минуту не сомневается в высокой оценке их руководителя. Она у нас умница, она настолько профессиональный человек, действительно создала сплоченный коллектив, очень порядочный, очень толковый, обладает очень профессиональными навыками. Мне очень нравится работать под ее руководством, это правда. Бобруйской налоговой инспекции есть чем гордиться. Клиентоориентированность и открытость – главные составляющие успеха в работе налоговой службы. Все эти и другие аспекты позволили нашим налоговикам стать лучшими во всей республике за первые 9 месяцев 2019-го. В центре внимания всегда плательщик. Ему необходимо обеспечить современный сервис. Центр обслуживания открыт в первую очередь для того, чтобы посетителям было удобно без очередей прийти и получить услугу. Все в одном месте, они могут узнать, куда обращаться, какие документы, и если он обратился по вопросам, не относящимся к компетенции налоговых органов, администратор разъяснит, в какую организацию нужно обратиться. В Бобруйской налоговой инспекции сегодня трудится 100 первоклассных специалистов, работу которых еще не раз оценят на самом высоком уровне. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.